Лучшие практики по организации деятельности детских общественных объединений. Название и главная тема семинара для заместителей директора по воспитательной работе, который состоялся в корпусе школы номер 20 в Краснознаменском. Педагоги образовательного учреждения поделились опытом с коллегами. В своих докладах и презентациях они рассказали о работе Центра детских инициатив, школьном спортивном клубе, интересных практиках работы юных инспекторов движения, развитии направлений «Туризм» и «Юный эколог», российском движении детей и молодежи, движение первых в школе. Это мероприятие посвящено все-таки воспитанию. И мне хотелось бы сказать, что сегодня воспитание занимает одну из ключевых, наверное, точек в образовательном процессе. Сегодня появилась такая у нас должность, как советник директора по воспитанию. Это очень важно, и детям очень нравится, потому что также появился Центр детских инициатив. Это является, так скажем, такой точкой притяжения воспитательного процесса в школе. На базе нашей школы с сентября этого года активно развивается движение первых, а дети сначала с осторожностью принимают что-то новое, но те, кто уже поучаствовал в каких-то активностях, понимают, что это интересно, детям дают возможности развивать свои таланты, свои способности, участвовать в новых проектах, в новых мероприятиях. И дети дальше с удовольствием соглашаются принимать участие.